До наступления долгожданного всеми любимого праздника Нового года остались считанные дни. Во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях района проходят праздничные новогодние мероприятия. СОЖ номер 5 Аула Кличепсин не исключение. Thank you.
отметить, что организацию этого мероприятия взяли на себя студенты от Гейского государственного университета. Ребята очень серьезно и ответственно отнеслись к своей работе. Ну, Адыгейский государственный университет и, конечно, факультет педагогики и психологии одним из приоритетных направлений берет именно работу со школами. Особенно у нас на факультете и на кафедре уже несколько лет действует, реализуется такая программа, которая называется «Социально-педагогическая поддержка сельской школы». И, конечно, акцент мы делаем на сельскую школу, и это взаимодействие носит такой взаимообогащающий характер. С другой стороны, это, конечно, кладезь новых идей. Школа очень живой организм, учителя, директора школ. Это, конечно, на мой взгляд, это герои сегодняшнего дня, потому что вопреки всем обстоятельствам они умеют делать очень хорошее дело. Блещепсинская школа имеет свои традиции, и нас связывают очень теплые, дружественные взаимоотношения, не только профессиональные, но и дружественные взаимоотношения, и такое понимание мы здесь находим. А сегодня мы привезли студентов, которые с удовольствием приехали. Они сочинили песню про Блещепсин, поэтому, конечно, мы испытываем самые теплые чувства к этой школе, к этим людям. И не только Марет Хусейновна, которая вдохновитель и организатор всего этого действия, но я хочу поблагодарить, пользуясь случаем, и администрацию сельского поселения Шикова Беслана Мосовича, и главу администрации Кашкарского района Хамирзова Заура Аскарбеевича, и Мирзегову Асият Хамедовну. Как вы относитесь к преемственности школы-университета, частью этой программы? Ну, на самом деле, очень положительно. Во-первых, потому что для меня, как для студентки педагогического факультета, это очень важно и, в принципе, необходимо. Ну, без этого, я считаю, никак. Вам понравилось общение с детьми? Ну, конечно, это всегда море позитива, море эмоций. Это настолько дети отдаются, что невозможно остаться равнодушным. Вы жалеете о том, что приняли участие? Ой, ну, конечно, об этом и речи не может быть. Я, на самом деле, очень рада и счастлива. В этом году новогодние подарки были вручены от имени главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Со словами благодарности и признательности выступили родители детей. А сейчас мы бы хотели вручить первому А подарки от Деда Мороза. Руководство школы и заместитель главы поселения поблагодарили организаторов этого праздника и, конечно же, главу республики за сладкие подарки.
У нас ежегодно на новогодние праздники приезжают студенты, помогают нам в проведении новогодних мероприятий. Это стало у нас традицией, это у нас идет как преемственность школа и высшее учебное заведение. Если вы помните, у нас в сентябре была организована конференция тоже с Адыгейским государственным университетом. И, конечно же, мы хотим поблагодарить декана факультета Хакунову Фатимет Пшимаповну за Аутлеву Асет Хамедовну, Сару Муратовну Хапачеву, за то, что они провели такую огромную работу провели по оказанию помощи проведению новогодних мероприятий с детьми. Конечно же, хочется и также отметить то, что в этом году очень большую радость детям доставили подарки, которые были вручены им от имени главы республики Мурата Каральбиевича Кумпилова. И они очень-очень обрадовались, и мы выражаем огромную-огромную благодарность ему, говорим большое спасибо за эти подарки и за ту радость, которую они доставили детям. Добрый Йохан, ты когда собит двум, ты глава республики, Кумбет Мурат Каральбиевич, зарега губарам, хотя Харабсаушка, от лица администрации, от жителей аула, все города жителям другие, где ходу, ходу покупавку, парапсаушков жителям другие. Всего учащимся начальных классов было раздано 143 новогодних подарка. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.